ужасные пробки. И я знаю, что с утра было что-то такое, самый загруженный день. Я ехала сейчас в машине, но меня вез водитель. Я ехала с передачи с одной. И говорили, что сегодня как раз в честь дня автомобиля небывалый совершенно. Небывалые пробки с утра, небывалое количество баллов. Ну, вы знаете, я отношусь к этому вот так. Уже давно невозможно с автомобилем. Все. Я считаю, что раз такие правила ввели, парковки, все, мы не можем ездить больше на автомобилях. Я 30 лет за рулем, и, ну, как сказать, я вот подчиняюсь правилам. Я считаю, что, ну, многие люди, которые ездят только на работу, привозят себя драгоценного на работу, и потом стоят там, вот у нас рядом с домом стоят на тротуарах, верите, вот с коляской вообще негде пройти. У нас же, ну, не я с коляской, я с собачкой, а вот женщины с колясками ходят, это вообще катастрофа. Я сама водитель, но такая борьба идет между жильцами и вот тех, которые не хотят подчиняться правилам, все, нельзя уже больше на машине. И я думаю, что развитие будет не очень хорошее в этом плане. То есть тенденция ясна. Все, мы больше уже не настолько нужен автомобиль. Все, ездим кто как может, кто с водителем, кто на такси. Я вот, ну, пока у меня есть финансы, я езжу на такси. Но не буду ездить на метро. А что, а как? Все, точка. Парковаться негде, все, и не будет.